Ты показала высокие результаты на этом чемпионате, установила рекорд. Как ты вообще оцениваешь, чем тебе запомнился чемпионат России? Мне запомнился очень чемпионат России, конечно, своими результатами. То, что я установила рекорд, я очень рада. Мы на это очень долго работали. Мы, конечно, думали, что будет результат получше. Но так как мы приехали после горы и под нагрузкой, и не бритые, получился достаточно хороший результат. Так что я рада. Многие говорят, что чемпионат России такой проходящий старт, как тренировочный для тех, кто едет на чемпионат мира и дальше на другие соревнования, европейское первенство или первенство мира, на которое ты как раз едешь. А для тебя что чемпионат России это значит? Чемпионат России для меня это достаточно серьезное соревнование, потому что конкуренция достаточно серьезная тоже. Мне очень нравятся эти соревнования, посмотреть на друг друга, кто на что способен, под нагрузкой даже. Но получается, цели, которые ты ставила перед этим чемпионатом России, ты, в принципе, все выполнила? Ну да, в принципе, все выполнила. Тренер также считает? Тренер считает то, что полтинник не очень, но полтинник я уже устала, а сотня ему понравился, он доволен. А какие ставишь цели перед собой на чемпионат мира? На чемпионат мира мы собираемся проплыть 57. Ну, 57 с маленькими, ну, постараемся. И полтинник 26 с маленькими тоже. Как ты думаешь, призы будешь выходить? Я не знаю насчет призов, потому что там на чемпионате мира очень большая конкуренция. И с результатами, которые я сейчас проплыла, там только финалы. Так что будем надеяться на эстафету, будем работать на эстафету. А чемпионат мира среди юниоров в Дубае, который будет? Что-то, какие цели, задачи на него ставишь? Насчет чемпионата мира по юниорам я, конечно, хочу выиграть эти соревнования, потому что я, получаюсь, как по старшему году там, я уже была на таких соревнованиях и думаю, то, что у нас в этот раз все получится. На информационном портале SportWizard у тебя имеются рекорды, стоят среди девушек 16 лет, юношеские рекорды, и сейчас среди 17, и рекорды России, понятное дело, на полтинниках и сотнях. Как думаешь, что тебе помогает ставить такие высокие результаты? Работа, что же еще? Мы работаем над этим не просто, не плакады, даже не знаю, как сказать. Умираю на тренировках со слезами, но работаем. А с учебой как? С учебой все неплохо. Конечно, пока ставки ставятся на соревнования, на тренировки усиленные. Но школу стараемся не пропускать и подрабатывать тоже, где-то учить. Где-то учителя хорошо помогают.